Хочу немного сказать по кормлению своей собаки. Я кормлю своих собак сухим кормом Дилли. Это не единственная собака, которая питается данным кормом. Уже много лет кормим им разных собак. И отец, и я, и мои знакомые все. Это алтайский производитель, который довольно качественно и довольно бюджетно производит данный корм. Что нужно знать по поводу кормления? На каждом мешке есть табличка с развесовкой корма по весу собаки. На 10 килограмм собаки необходимо 200 грамм суточная норма данного корма. Не нужно собаку перекармливать. И по килограммам тут смотрите. Взвешивали порцию, разделили. Вот у меня мерный стаканчик. Я даю по полстаканчика два раза в день. И собака у меня не перекормленная. Нормальная. Вот. Но и главное, чтобы всегда была вода. Потому что корм сухой, собака после этого пьет. Корм еще разбухает. Как бы у нее уже в животе. Поэтому лишнего давать нельзя.